Хто виноват? Бог проклял нас. Если удача отвернулась, вы угрожаете мне судом за клевету. И в жизни настала черная полоса. Человек делает доброе дело, и вот что он получает. Вопросы. Очень хорошо, что мы можем вместе все обсудить. И ответы бытия. Наслаждаетесь новыми возможностями. В фильме «Братьев Коэнов. Серьезный человек». 30 ноября в 20:30 на «Иллюзионе плюс».